Привет! Сегодня научимся снимать и делать переход. Первый кадр мы снимаем, где мы подходим к двери. Важно, чтобы край двери попал в кадр. И дальше мы переодеваемся и снимаем следующий кадр. Нужно полностью зайти за дверь, высунуть только руку и направить телефон, чтобы была маленькая щелочка. Дальше мы резко открываем дверь и заходим в комнату. Далее заходим в приложение CapCut. Загружаем наши ролики, удаляем сразу лишнее. Для этого мы выделяем, разделяем и удаляем. Нам нужен момент, где дверь полностью попадает в кадр. Далее выделяем, разделяем и удаляем то, что нам не нужно. Затем мы ищем момент, где мы открываем дверь. Выделяем, разделяем и также удаляем лишнее. А чтобы сделать переход, для этого нам понадобятся ключи, которые увеличивают наши кадры. Ищем момент, где полностью попадает дверь. Выделяем, и здесь у нас появляется ромбик с плюсиком. Это и есть ключ. Нажимаем на него. Кадр у нас зафиксирован в этом положении. Дальше мы немного перематываем, чтобы ромбик стал из красного в белый. Увеличиваем кадр и перемещаем так, чтобы край двери был похож на второе наше видео, чтобы был более плавный переход. Еще можно добавить трендовую музыку. Для этого можно скачать видео в ТикТоке с музыкой, которая вам нравится. Затем ищем звуки, нажимаем «Извлечь звук из видео», выбираем то видео с музыкой, которое вы хотите. Далее нажимаем «Имплантировать только звук». Нажимаем на плюсик, его тоже можно выделять, разделять и удалять. Вот наш результат. Эй, девчонка, в 16-м ряду! How do you do? Эй, девчонка, в 16-м ряду! How do you do?